И еще об одном соревновании, но уже музыкальном. Представитель Беларуси на Евровидении снялся в визитках международного песенного конкурса. Сейчас Никита Алексеев в Лиссабоне, столице шоу этого года. Там певец работал над видеороликом, который будет предвосхищать его выступление в популярном шоу. По сюжету каждый участник открывает для себя что-то новое в Португалии. Алексееву доверили завести механические часы на арке, главной достопримечательности Лиссабона. Мы начали этот прекрасный съемочный день, которого так долго ждали. Сейчас находимся на набережной Лиссабона. Она прекрасна, невероятно красиво. Наслаждаемся. И, к сожалению, скоро уже нужно будет уезжать, но нам пообещали еще много красивых локаций. Из Португалии наш представитель отправится в Азербайджан, где начнет свой промотур. В Баку артист исполнит хиты «Пьяное солнце», «Снова осколки» и, конечно, «Forever», который и принес победу в национальном отборе на Евровидении. К слову, в Европейском вещательном союзе изучили ситуацию и уведомили Белтелерадиокомпанию о том, что на международном конкурсе песни Евровидения в Лиссабоне певец Алексеев может исполнить композицию «Forever» в ее первоначальной версии, в той, которая прозвучала 11 января 2018 на прослушивании претендентов национального отбора в стенах медиахолдинга. Обращаю внимание, что в финале прозвучал несколько измененный вариант песни. Кстати, изначальная версия композиции буквально вмиг стала популярной. Клип на песню «Forever» только в первые сутки посмотрели 700 тысяч человек. За две недели эта цифра почти удвоилась, и сейчас она достигает более 1,5 миллионов просмотров.